Да. готовиться. Ребята, всем привет. Мы начинаем новую рубрику. Вот нет у нас серьезных таких рубрик, где мы вполне хорошо играем в шахматы. Да, и поэтому я предлагаю назвать эту рубрику «Агрибина Честемп». На ческоме только. Ой, да, на Честемпа тоже можно для компании. Ну, разыгран волжский гамбит. Это довольно скучный вариант, конечно. Еще белых получше чуть-чуть здесь. Но по сравнению с тем, что я вытворял в турнире, это все не страшно. А, слон вот у черных просто мерзость. Мне хочется плюнуть ему в лицо. Зачем? Это же всего лишь слон. Ну, чем пешку нельзя побить? Давай убьем. Может, не стоило? Конем. Сейчас. Не знаю, может, не знаю, может, стоило, может, не стоило. Ферзь e4, слон f6, какой-то ход, да? Слон f6, да. Сейчас, погоди. А, ну слон f6 надо играть. Нас там ничего не съедят в конце. Что-то как-то мне боязно. Я, кстати, могу здесь управлять красивыми штуками. Ой-ой-ой. Так, что этот соперник наш пытается накрутить, подкрутить? Ну, все зависло у черных. Ну, мы можем слона в крайнем случае взять. Просто будет равная позиция для него. Почему мы еще чуть-чуть за перевес поборемся? Ну, хочется большего, конечно. Как-то я делал во время турнира, не только стрелочки. Да, ну вот, взял Никита здесь. Ты смотри, чтобы на G5 не зависло. Ну вот. Я слежу. Слежу. И что? Как держать? А, ну слон Нас с... уже лишняя одна. Нет, слон e7 не надо играть, слишком пассивно. А слон E5? Слон e5 просто возьмут. Ну и ладно. Да не, ну мы же на победу играем. Да, поэтому мы зайдем за два. Ну да, то есть, ну в крайнем случае все поменяю, будет ничья. Зачем пассив-то уходить? Вот ферзь b4, наверное. А, ну так, ладья b4. Ладья напал на пункт b3. Может быть, на b6 поставить, чтобы все, она все держала как-то. Ой, а, ну ладно. Так, ладья b8. Ну, давай сначала профилактику. А, ну он не дает нам профилактику поменять. Так. Задумался Никита. Есть эпохальный ход c4. Да, эпохальный сделал всегда. В каком-то из ролики, помнишь, где мы записывали 10 ходовки в пулю, была вообще просто жуткая. Помнишь? Ну, я так понимаю, что когда я зевнул, там сначала Да, ферзя да, 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 да. Просто шедевр. Ну, это же пуля, что ты хочешь. Так, у нас мало времени, я все еще как-то по привычке на 3 плюс 2 ориентируюсь. Чтобы добавляться. А это не надо так делать. Хочется. А слушай, G6 не проходит? Слона возьму. Ну, мы на G4 бьем. Не, не работает. Так, ладно, времени мало, надо играть уже как-то. Надо побить, наверное, H5, G. И слона куда-нибудь. Ну да, безопасное место. Вот сейчас, понимаешь, если ладья на линию аж придет, нам будет мат. Да, это я вижу. Причем во Ну, всем. тебя устраивает эта перспектива. Нужно ферзя подтянуть туда, Никита. Да, но с другой стороны, он очень сильно прославился. То есть, если мы сейчас, он сейчас мат не даст, там вот так он не соорудит, то... Наши пешки. А кстати, вот стоит здесь предход. Предход здесь есть, да. Но просто в этой позиции очень тяжело преотходить, потому что слишком много фигур висит. Интересные партии, по-моему. Ладья h1 даже хочет с матом там каким-то. Ну да, король G2, идея. Ладно, взяли, там ладья h1 g6 будет. G6. Так, хочет дать мат на h7, вроде не страшно пока. Наш 7 мат вообще. А, ну мы бежим. Зимний нам ферзя, наш 8, друг. Ой-ой-ой. Что-то это удачи. Так. Ты видишь, И... что? Да, я вижу. Перекрытие красивое. Нет, ты видишь, как защищаться, я имею в виду. Нет, я не вижу. Не брать. А, так, в любом случае мат. Ладно. В общем, там, по-моему, была какая-то защита, но времени не очень мало. Не надо было так мало времени оставлять. Да, 8 секунд и партия проиграна. Но я думаю, можно выложить. Хорошо играл наш соперник.
Да, так, подожди. Я все еще буду рубить флаг. Ладно, это бесполезно. Да, ну да, отдать должное. Так, ну ферзь, ферзь d5, мат, ферзь d7. Не, ну нет, конечно... Да, конечно, прям. Конечно, что хотел сказать. Ну, вряд ли так и должна проходить была. Скорее, мы слабо играли. Да, ну, реванш, реванш. Ура, смотри. 5 это d3 вариант, немножко такой неприятный для игры. Почему ты здесь не ходишь f4? Ну, потому что это бесполезно. Не знаю, мне всегда казалось, что... Интересно так накатить пешки. Так, b5 можно сыграть, но не будем пока. Конь b5. Почему идея хода, конь h5? Не очень понимаю. По крайней мере, он особо ничего не портит. Так, а мы его не выловим там никак? Ладно, наконец-то d4 что ли переставим. Стоп, на... А, да, понятно. Отскок грозит неприятно. h3, профилактика. Ну что, слон g4, не было варианта там еще чего-то. Ну нет, у белых слабый перец, конечно. Ну, проблем тоже не должно быть. 2464 здесь рейтинг у Никиты. Да, не так давно было значительно больше. Ну, у нас задача 2600, да, взять здесь? Это невозможно практически. Здесь совсем другая шкала колебания, не так, как на планете. 2600 там, ну, учитывая количество человек. Опять. А, так, ну что? Кстати, люди смотрят. Очень много людей. И что? Не знаю, можно всем передать привет. Опять сейчас тебе срубит флаг. Да, да, он очень быстрый. Он с 4 куда-то идет. Ну, у белых неплохо все еще. Несмотря на это. Е5. Не, сюда куда-то. Так вот, черные фигурки по центру встали. Ой. Не хотелось так менять чернопола. Да ладно, все нормально. Беловолга ж ужасный, да? Да, вот сейчас, мне сейчас... Сейчас белопол на c4 будет совсем неплохо. Давай на 2 его спрячем. f3. Разноцвета ставим, он в пользу белого должен быть, он сильнее, чем... Да, ну парень, на g7 просто урод. Теперь мне, ну, не хочется. Он не настолько плох, но тем не менее, конечно, у белых получше тоже. Не, с другой стороны, вот всегда можем заткнуть c4 и... А, вот так вот. Ну, f3. Ну, да, заставили слона работать, да. f3? Ладно, зачем f3, ну, зачем все поля отдавать? По-моему, я уже начал подлагивать, да? Значит, в этой битве все кончено. Да, немножко. Ну, чуть-чуть совсем. Сейчас помню, не прощает подлагивание. Я имел на себе... имел неудовольствие прочувствовать на себе. Имел неудовольствие. Ой-ой. Ну, хочет какую-то контр-игру. С другой стороны, слабость. С другой стороны, когда в предыдущий раз я говорил, что это слабость, нам просто дали мат. Так что... Ну, на b7 нет. Хотим съесть. Вот, видит. Вот мы не, там не сможем ладья d3, ладья f3 как сыграть. Просто выдернуть эту пешку. А как ее защищать-то? Ну, он какую-то динамику что-то начнет искать. Например, это? Ну, это же не страшно, мы побьем много раз. Да, ну там перевеса, может, мало, да? У нас времени мало, меня вот это гораздо больше напрягает. Надо играть на победу, ну что это? Там было малодушно там допускать все эти размены. Поэтому c4. Да, хочет на h3 взять. Может, король h2. Дать ему взять на h3, ну возьмет он там, а мы пешкой c побежим. Забавная затея, отдать на h3. Идеальный. Пока он тут что-то ковыряет. Мы сейчас на c5. Мы сейчас будем получать мат, наверное, а может и нет, не знаю. Ну, Вадим, вроде ничего страшного же не происходит сразу. Ну, пока нет. Ну, он сейчас какой-то начнет крутить сейчас, если все. Грозит ферзь... А, ну вот так, видишь, в обороночку. Ну, это уже... Уже, значит, мы на победу играем. А, он хочет ферзь b6 как-то сыграть. Это будет неприятно. Ладно, пусть играет. Ну так, вот защитили. Да, слон h6, конечно, немножко не то. Ладно, слон h6, ладья e2, вроде ничего страшного, сразу нет. Сразу.
Не хочет. Ладно, тогда вернули. Хотим ладьей на d7 пролезть. Да, на d7 это вообще будет удар. Кстати, Надеюсь, что не вилами по воде. Надейся. Просто удар. Нет, ну, вот, не дает. Так, ну он c7 пускает. Задумано так было. Ну, c7, давай, знаешь, мне кажется, мы не удержим пешку. Я понимаю, но там у меня есть одна идея любопытная. Она работает, не работает, не знаю, может и не работает. Может и работает. Такая. Брать нельзя, потому что ладья d8. Да, ладья d8, лишний слон там будет. Вижу. А с другой стороны, сейчас ладья на d7 лезть. Да, на ферзь c7, ладья d7. Да, если ферзь f6, то бьем-бьем, ладья d7 и слон b7 потом в конце. Ну, в общем, видимо, в белом хорошо. Ну, да, ладья d7. Идет на эту позицию без слона. Так, а что мы получили? Слона за две пешки? И 17 секунд времени, Никита. Время. Придется срубить флаг. Тут примув есть. Тут еще до рубки флага в этой позиции как до луны. Да, и нужно g4. g4. Да, отнимаем драгоценные секунды и драгоценные пешки. Сам идет g4, король h5. Король h4, точнее. Да. Отдает пешку. Пешку. Ой, здорово. Все, ну. Да, реванш удался. Всем спасибо. Выпуск номер 1 с румынцем. Да, еще один.